4 февраля Михаилу Михайловичу Пришвину отмечается 150-летний юбилей. Он понимал язык птиц и зверей, сам с ними разговаривал. И разговор деревьев он понимал, и с цветами здоровался, и воду из шляпки гриба пил. Его именем названы один из вулканов на далеких Курильских островах, горная вершина возле Красной Поляны на Кавказе и озеро. Он любил природу, умел ее видеть и слышать, и нас, читателей, учил тому же. Рассказы о лесных секретах стали классикой детской литературы. Предлагаем вашему вниманию викторину по творчеству писателя. Фотовикторина. Узнай лесного жителя. За 7 секунд вам нужно по фотографии определить, что это за зверь или птица. У Михаила Пришвина всегда жили собаки, он их очень любил, с ними охотился и совершал путешествия. И, конечно же, они были героями его рассказов. В этом кроссворде среди случайного набора букв спрятаны 6 кличек собак. Ваша задача – их найти. Жирным шрифтом выделено начало каждой клички. Попробуйте разгадать эти лесные загадки. Thank you.
Читайте добрые рассказы о природе Михаила Пришвина вместе с детьми. Приучайте новое поколение любить природу и заботиться о ней, замечать интересное в обычном.